И начался процесс вылавливания рыб. Первая стадия переезда. Отловлено номерных самов. Потихоньку разгружать будем аквариумы. Точнее, аквариум. Задача сегодня выловить всех номерных самов. Вот в эти бочки. Этих монстриков повезу во второй, третий заход. Процесс отлова самов завершен. Там травма, к сожалению. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять гигантов. Парчевенький. Это еще не все самые. На сегодня хватит. Это только, дай бог, 1/4 отсюда населения. Завтра еще переедем с Максом. Еще раз отловим 5-6 бочек. Ситакуса, наверное, цитрончика и пару-троечку еще самов. Так, и вот мы приехали. Привезли бочки. Макс там уже их вытаскивает. Сейчас определимся и начнем их выпускать. Макс одел почти перчатки проктолога. Бешеный колючий огурец. Это 114. На вот тебе, облил он тебя напоследок. Как успехи? Прилипается. Это арбузик, арбузик. 330-й. Какой красавец. Выпускай. Как хорошо, что я еще не продал. Теперь будет больше места для того, чтобы жить. Ну, это парчевый. Стандартный парчевый сомик. И такие простые у нас бывают. О, еще один красавчик. Полосатик. Наравана недовольна. Население, подселение.
Жена здесь, вон машет ручкой. Машем, улыбаемся, машем, улыбаемся. Гиганты. Это 600-й. Болотного цвета окрас. Вот он. Хомяк-переросток. Это еще один арбуз. Я теперь понял, как это вот так. Макс умеет. Уже одно левый чист. Вот так вот у нас сегодня переезд завершился. Переезд второй, точнее второй день, переезжает отсюда рыба. Отсюда переехал манагуанец, цитрон, пситакус и несколько номерных сомов. Ряды здесь редеют. Вот баночки. Здесь кто? Самочка 614. А, да. У нее плекостомус альбинос. Цитроша. Пситакус. Манагуанец. Вот так вот. Легкая помощь силачу Максиму. Выпускает он рыбную хиросиму. Там, по-моему, манагуанец, да, Макс? Да. Сейчас огромная рыба выйдет. Во, вышел манагуаша. Манагуаша переехал. Раван вообще офигевает от происходящего. Теперь цитроша. Бомба сброшена. О, он переехал к самке. Офигеть. Сам того забыл, что его самка здесь. Поклонники цитронов, ждите. Ждите. Пситакус вышел погулять. Ну, в стрессе. Большие рыбы в стрессе. Они жили в 2,5 метра аквариуме, тут внезапно бочка 25 сантиметров. Сложил рыбу пополам, изувер. О, давай, сомик, сюда. Самишка вылетел. Все. Сегодняшний переезд завершен. Аквариум наполняется. Пипец, места бы всем хватило переночевать.